Ребята, всем привет! Значит, решил вам еще показать с обновленным драйвером NVIDIA. Значит, Cyberpunk 2077. Затестим, да, с драйвером версии 460.79. Он совершенно недавно вышел. Хотя написано дата выпуска 12 сентября. Чего? Ну, в общем, не важно. Короче, это новый драйвер. Самый последний. Так, ну-ка проверить наличие обнулений. У вас установлена последняя версия драйвера. Все. Стало ли лучше? Ну, может быть, чуть-чуть получше стало. Но когда едешь на машине, все равно это... Процессора, конечно, не хватает в этой игре. Ну, даже не то, что в этой игре, а именно в городе. Ну, напоминаю, что разрешение 1080p, 1920-1080. Все настройки графики стоят на низком. То есть, вот можете посмотреть. Все на низком стоит. Так, звук я потише сделал. Так, ну, здесь, да, здесь 40 кадров, в принципе, это нормально. 35. Видите, немножко так делаю, и процессор уже начинает нагружаться. А при езде на машине, там тем более, если быстро особенно едешь... Быстрая смена кадров идет, и там вообще капец, процессор просто в сотку бьется, видеокарта отдыхает на 50%. Но вот сейчас, как бы когда пешком идешь, то нормально все вот так. То есть 30-ка, да, 39, 30-40 кадров держится. Давайте пробежимся. Видите, уже процессору потяжелее стало. Видеокарта уже начинает отдыхать. 97% процессор, и видюха в районе 70-80 загружена. Кстати, кто новые подписчики и новые зрители, значит, видеокарта GTX 1060, она 3-гиговая. То есть, если у вас 6-гиговая версия, то у вас наверняка игра чуть получше будет идти. Но тут главное, говорю, тут еще нужен процессор хороший. И оперативки 16 гигабайт, потому что у меня сейчас стоит 12. Ну, в принципе, 12 тоже хватает. 1600 у меня частота DDR3. Установлена игра у меня на SSD диске. Потому что вообще рекомендуется сейчас ставить, да и я сам рекомендую ставить всем игры на SSD диск, потому что на обычный жесткий диск там, конечно, уже все уже. Только какие-то старые игры, там старые игрушки, фильмы закачивать, но не игры. Последние игры лучше это, на SSD диск ставить. Давайте вот в эту сядем. А. Ты чё там? Так, ну давайте вот тут в тачку сядем. Проедемся. Что-то она не хочет ехать. А, походу, все, с ней кранты, она уже горит. Сейчас другую возьмем. И посмотрим, какой будет FPS. Давайте вот эту возьмем. Кыш отсюда. Как вы видите, да, уже идут небольшие просадочки, но сейчас даже странно. Ну, сейчас проедем подальше. Там, видимо, у меня более быстрая машина была. И вот, видите, 20 кадров. То есть проц, вот, проц 98, 100%, да. Видеокарта отдыхает 70, 80, 60%. Это говорит о том, что нужен проц помощнее, хотя бы в моем случае 7 3770 или Зиончик какой-нибудь 8-поточный. Ну, я так скажу, что по идее на 4-ядерном процессоре можно поиграть в эту игру, но учитывайте, что у меня i5 3570 это Ivy Bridge.
Какой-нибудь Pentium, он даже, наверное, не запустит эту игру. Ну, не знаю, напишите в комментариях. Кто на чем запустил эту игру? Тоже интересно будет. Вот. По поводу чего еще хочу сказать. Значит, видите, да, то есть 99-100% видеокарта отдыхает, FPS, естественно, проседает. Кстати, видюха очень холодная, 50 градусов. Ну и процесс, несмотря на свою 100% загрузку, тоже 60 градусов, это в принципе очень холодный. Достаточно хороший результат. А, вот я вспомнил, что я хотел сказать. Вы представляете, да, то, что мое железо, вот по идее я купил в 2013 году, да, а так оно по идее 2012 года. Ну, не считая видеокарту 1060-ю. То есть железо 12 года запускает игру 20 года. Вы можете вообще это представить? Я могу поиграть в 30 кадров. Это консольная, это PS4, пожалуйста. Я не думаю, что там 60 кадров будет. Может, на PS5, конечно, будет 60 кадров. Кстати, напишите, кто знает. Киберпанк 2077 на PS5 в 60 кадров идет или в 30 кадров? Тоже очень интересно. Вот. И что еще хочу сказать? То, что... Видюху я брал в 2018 году, а так она, по-моему, 1060, она вышла в 2016 году. То есть видюхе уже, по идее, 4 года. И при этом это 3-гиговая. То есть если взять сейчас 1050 Ti, она вроде бы 4-гиговая, но из-за того, что у нее чип слабый, а видеопамяти вроде бы как больше, да, то есть на тех же настройках она в FPS все равно будет меньше показывать. И независимо от того, что там видеопамяти больше. Хоть она и популярнее, это 1050 Ti, но... Все-таки я так скажу, что 1060 3-гиговая это суперская карта. И по цене она была как бы... Ну я брал вообще во время майнинга, когда они были очень дорогие в магазинах. Я ее взял на Авито. Подешевле, естественно. Вот. Ну видите, да, то есть сейчас вот я, если выйду из машины, то как бы, ну, сколько кадров будет? Ну вот видите, 40-30. То есть когда спокойно так идешь по улице... никуда не спешишь, так тихонечко, то прос он как бы вывозит вот этот город, так скажем, да? Вот. Когда на машине ездишь, особенно быстрая езда, там ну, до 20 просадки FPS идет. Хотя я недавно посмотрел ролик, я был очень сильно удивлен, что на RTX что-то там 3090 или 3080 с каким-то там топовым i9 10900K, по-моему, тоже в городе, ну не в городе, там что-то чувак едет, короче, в лифте или где-то там, и там 7 FPS, вы представляете, 7 FPS на сборке, которая, я не знаю, там 1200, наверное, стоит. То есть, что тут хотеть-то, блин? Либо моя, да, сборка, которая, не знаю, там, копейки стоит сейчас на Авито, можно взять. Ну, тоже надо, конечно, искать, ну, при желании можно все найти. Кстати, перестрелка мне достаточно понравилась здесь, и физика очень классная. То есть здесь все рушится, ну не все рушится, конечно. Ну, вот, например, вот стульчик этот может, вот видите, смотрите. Ну-ка, если ножка у него отлетит. Да, смотрите, ножка, блин, игра просто вот реально удалась, очень хорошая игра. Я мало про какие игры делаю столько роликов, но когда игра реально мне нравится, и тем более она еще такая хайповая и топовая, то почему бы, как говорится, не сделать? Не, прикольно. Чем-то GTA-шку напоминает, чем-то Watch Dogs. Все равно что-то новенькое, всегда это интересно так. Блин, что там у них такие непробиваемые? По-моему, меня сейчас грохнут, да? Да, грохнули. В общем, все, ребят, на этом все. Пишите комментарии, там ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, потому что меня много очень людей смотрят без подписки. Давайте все. Сделайте, мне будет приятно, и вы будете видеть мои ролики. То есть, у меня ролик выходит, вы сразу будете видеть. А когда вы без подписки, вы просто не получаете никакого уведомления. Я вам уж не говорю, про колокольчик ставьте, чтобы это получать уведомления. То есть, вот, все, короче. Давайте, всем покеда.